Приветствую на моем канале. Сегодня я вам расскажу, как я у себя здесь сделал вентиляцию. Такие вот у меня вентиляторы стоят. 4 стоят вентилятора обычных канальных. Вот они, обычные канальные вентиляторы. По 600 рублей штука я купил. Вот здесь стоит, это от 220 идет. Здесь стоит вентилятор от радиатора охлаждения, от классики. Он работает от аккумулятора. У меня есть аккумулятор, я его, когда разрядится, специально для этого вентилятора подзаряжаю зарядным устройством, и хватает, часа два он молотить будет. Мощность примерно вот этот один работает примерно как вот эти 4. То есть в сумме они все работают, мне хватает, нормально они даже. Такое помещение большое. Хорошо отсюда все убирает. Так, получается, включаем эти, вот они работают. Этот от аккумулятора я включать не буду, и так все понятно. Потом я сделал 3 отдельно, они довольно-таки шумят сильно. Так, и один отдельно, чтобы он на постоянно, если что-то там... Все равно помещение проветривалось. Вот, он один меня постоянно молотит. Вот, такая вот система. Потом, чтобы эти... Сделал я вентиляторы закрыть, чтобы холод сильно не проникал, когда не надо. Я вот такие поролоновые сделал заглушки. И, в принципе, довольно-таки легко все это дело закрыть. Также надо к этой системе обязательно... У меня окно в стене тоже сделано. Закрывается такой же заглушкой. Приток, чтобы был. Иначе надо же откуда-то брать... приток воздуха. Так, закрываем. Вот эту байду можно не варить, а также в стену, как эти, врезать, это будет проще. Вот. Но я когда-то, было у меня время свободное, запарился. У меня сначала был один такой вентилятор большой, но его, конечно, не хватает, а вот эти еще 4 штуки, и все вместе, оно нормально работает. В основном даже я сейчас вот эти 4 включаю, когда что-то, если там большое, получается покрасить, или там от сварки задымленность получается большая, я, чтобы быстро убрать, воздух был чистый в помещении, я включаю все, и нормально. Меня эта система устраивает, в принципе, со своими задачами она справляется. Вот. И да, это все стоит недорого. Вот такая вот у меня система, на этом все. Всем удачи!